Домашнюю колбасу можно приготовить без особых усилий, если запечь ее в рукаве, получается такая колбаса очень вкусной и ароматной, подавать к столу ее можно с горчицей или другими соусами. Готовьте такую колбасу из мяса курицы или же используйте свинину для этой цели, чтобы колбаса вышла ароматной, обязательно к мясу добавьте черный молотый перец, кроме него можете еще добавить паприку и прочие специи. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте необходимые ингредиенты. Вымойте мясо, нарежьте его на средние по размеру кусочки. Выложите нарезанное мясо в глубокую миску. Добавьте соль. Вкусняшки, подписавшимся. Добавьте перец черный молотый. Хорошо все перемешайте. На стол расстелите рукав для запекания, выложите в него мясную массу, сформируйте ее в виде колбасы, завяжите края рукава. Отправьте колбасу в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. Готовую колбасу нарежьте на куски и подайте ее к столу. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Мясо куриное, 500 грамм. Соль, 10 грамм. Перец черный молотый, 5 грамм. Количество порций, 3-4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До встречи на канале.